Пиздец, я уже начинаю задумываться, как ЧСом пользоваться. Ладно, похуй, просто проигнорирую. Я, короче, покушать подогрею. Лок, дай шкаф тогда сейчас. Через... Мне тоже. Так, машинки. С этим побазарите. Да прибудет с тобой свет. Что тебе тоже? Ты про этого Наргамона, да, говоришь? Не запускаешь. Что будешь? Не надо Наргамона. Понял. Так. Всё, ну, Лок, ставь шкаф. Мне Том-Ям. Он я. Так, а у меня нету осколка, надо подсосать. Все, пиздец, удаляй игру тогда нахуй. Да, нахуй, блядь, два. Идите, идите, погнали. Выйдите, дуэль кинь, пососи, блядь, у кого-нибудь. Давайте, кто смелый, выйдите со мной. Сейчас раз разъебу, отвечаю. Короче, все, кто тут, похуй на этот сумон, пошли. Это самое. Разрушитель, садимся. Давай, езжай. Значит, разрушители, никакие другие машины не берите, вон, берите разрушители, и еще один вон стоит. И по два туда садитесь. Стреляй на ходу в небо, там, где висят эта хуйня. Башни никакие не надо бить. Просто, ну, одну-две можно вот по пути, по прямой ебануть. Да, вот эти вот. Давай. Вот эту не надо, ну, блядь, ладно, похуй. Да, еще? Все, езжайте. Без остановки, езжаем. Так, надо колчеданчик. Да, Йор, это чей персонаж из истории? Да. Не потерпи. О, колчеданчик. Сука, ты списал мой колчедан. Давай еще разок. Блять, ты решил просто я попиздить, да? Так скажи. Чтоб это сделал, подожди. Нет, так я там два осколка. Знаешь, Саша Грей была бы тобой довольна. Там, с Саустиглем. Так она сейчас блогер. Тем более. Видел на Твиче, она стримит. Да. Каждый день смотрю то, что специально это мутую всех в DS, чтобы послушать ее. Ладно, пизда тебе. А чё, мы здесь только в ухе, что ли, или чё, алё? Видишь, я же нежить. На-на. Всё, блядь. Езжай, езжай до комнаты. Я чё-то не понимаю, где я нахожусь. Где комната с боссом? Вперед, вперед, езжай. Езжайте вперед, там, не застревайте. Поехали, в машину сядем с тобой, тут левая. Кто-то один там, если есть с мотоком, под большого разлейте и съебаем. На починку заезжай, где там починка. Можно и чиниться, можно это делать, чего? Не надо никаких ачив делать. Это, бейте вот мобов в комнате. Два больших, когда умрут, надо будет отъехать за комнату, чтобы тут никто не сдох. Мобы заевейдятся. Которые сзади мобы, они нам не нужны. Только вот этих больших бьем. Так, мне бы колчедан, конечно. Все, вылазим с машин. И выходим с комнаты. Вот возле портала встаем. Сейчас машины сломаются. Слезьте с машины, выйдите с комнаты. Если будет бой от какого-то моба, надо будет его ебануть. Так, все, машины резнулись. Где Лок? Бой! Ой, тебе ЧВЛС написал, Кир, себе возьми в рейд. А можно сумануть? Хорошо, убежит эти своих сумманем. Это твой шаман? Да. Вас игнорируют, написано. Я понял. Опа! А как? Опа! Агент. Я сначала сельсизи. Так это же за сибирник. Да, походу за. Дайте тогда из Сибири. Давайте. А че это за хуйня 202, блять? Че у тебя персапа больше нет, нахуй?
Давай, блядь, на следующее ульда, чтобы было, блядь, 240, нах. А чё именно меня мобы бегут какие-то? Тебе не нравишься, Дима. Блядь, пиздец, нахуй. Варлок в бою. Ну всё, нахуй. Просто, блядь, стоим тогда, хули. Ладно, пошли, разрушители берите. Нихуй вала ебать. Пошли, убьем босса. Я на мопеде. Не-не-не, с мотоцикла сядьте, не на мотоцикле здесь. Вон разрушитель еще стоит, сейчас я его займу. Сядьте кто-нибудь, что? Человек нужен будет. Стрелок. Вот здесь мне нужен этот второй, нахуй, ассист на разрушитель. А это я уже. Заезжайте в комнату. Заезжайте. Сверху бейте эту хуйню быстрее и притягивайте 50. Ну, стрекс, садись, челеп. Заезжайте, разрушители сюда. И остальные все по машинам. Яндок. Давай еще. Там тэпайтесь, тэпайтесь к нам. У вас там тэпка должна быть. Ну, на счет 3 пуляем. На плац. Да ты стой, блядь. Там не все прибежали. Похуй. Я сюда спурки не приеду, блядь. О, тут ко мне кто пришел. Все, отъезжай. Видите, валит, блядь. Бейте, стакайте до 10. Да ёбаный нахуй, сука, это пиздец, ты будешь ехать. Да заебал, почему я под его головой? Сука, чтоб тебя нахуй, ебаный утюг. Сбейте его. Не мог угадать, в какую сторону он поедет. Так, а кто у меня там на ассисте? Викторка, да? Что там, каста сбивает? Что-то ниже сакается, нет? Сначала птица, потом этот Игнис, потом робот. О, а чего дали, блядь? 50 ОД въебало чисто, на нахуй покушать. О, осколок есть, найс. Сразу же повезло. Потому что ачива. Повезло, повезло. Кидай пояс мне сразу, а трансмог, пожалуйста. А все равно никому нахуй ничего не надо. Мне, пожалуйста, это Лингрен, да? Нет. Это понятно. Лингрен. Ну просто я телепатически не успел связаться с твоим мозгом. С его космосом, да. И понять. Кому поезд? Ну, у Лингрена вообще иной голос. Как твой ник. Короче, буду в сове, наверное, так говорить. Босса зерганем без этого. Там этот Йор потанчит. Будь здоров. Давайте сумму. Да, ты за едой сходи, я тебе принес. Да-да, еще нужны ульду? Да, Ваня, заходи. Да. Интересно послушать, что пишет мне Фокус. Я хуею, нахуй ты под своих вагонов прогибаешься. Челы нихуя не умеют, а ты за них цепляешься. И норм игроков игнорируешь. Пиздец ты, тип, Славик. Он норм игроков не про себя же говорил? Про кого? Что с таким типом делать? Вадикона сумоньте, Рианти сумоньте. Если про себя он говорил, то это странно. Бигдема, Тутилара, Лутай. А что за фокус, что я понять не могу? Это был шаман, который 0 ошибок Геру на трэш. Не, это другой. Так а что, он сейчас тебе просто так типа написал? Или это другой? А какой, какой я еще не знаю, есть вообще что у типа в голове, блядь. Просто, ну, я на циркуле сижу. Это тебе шаман пишет? Рарника сумоните, не знаю там. Похуй на Рарника, как его сумоните, если он АФК? Ну все нормально. Он чилит. Тут? Дайте, я думал, типа... А, нет, вот подошел. Тогда вот это запускаете, это... и все. Блять, где там моб этот нахуй? Какой с ним, с каким? Вот он, блядь? вот он рядом. Блять, где заебал, не вижу. Дай метку на него. Дракона, сядь у Валент, иди с дракона, ты под ним стоишь. Заебал, отойди, Валент. Во. Все, короче, идите, я этих, я гарпуны позапускаю. Ты что, шипы, что ли? Да, ну у нас, блин, 4-5 хилов, что, блин, тут. Я потом на калагарный спекнусь. Короче, этот рейд намного сильнее, чем тот.
Ну, хотя... да? Ну ладно, тогда я тут буду играть. Хотя, судя по 200-м челикам, наверное, тут лучше было. Они не сильно это в нас тянут. Они не потянут. Короче, смотрите, но... когда приземлится босс, дадим Геру и зерганем до 50 его, потому что у нас ДПС хватит. Ебало не стойте, пожалуйста. Я, уже стойте. Я стоял под ебалом, ничего страшного, только если... Ну, вот это а ты, как бы, а вот челик не достанет 200, скажем, его просто дует нахер. У нас, кстати говоря, нету напулов, у нас ДК-танк. Поэтому, когда будете бить мобов, смотрите, или контрольте, или сбивайте им косты. Вот этого быстренько просто земляем. ДКшнику большому просто держать. Три пачки трэша были. Я помню, вы, получается, в прошлом льду убили через этого, совет через большой... А, маленький, средний, большой, получается. Ну, этот, как он называется? Совет, который. Собрание. Ну, собрание, совет, господи, кажется. Там три режима. Парламент. Один сложный, один... От баблу. Не очень сложный, а один очень простой. Ну, на самом деле, они все сложные, когда не знаешь тактику. Да нет, мне кажется, через большого, среднего, мелкого бить веселее. Там, короче, у нас играло три челика, они были белорусы. Но один, короче, одного звали Триси, он постоянно бухал. Пять секунд, это беги, стоёр ко мне под эти... Он был такой толстый и постоянно бухал. Как топа. Давайте Геру, фулл ДПС, пьем припоты. Да, такого ДПС я никогда не давал. Короче, Трисия его звали, а второго звали Седдер, а еще был Филипец. Короче, Трисия был большим, ну, стрелом, который... Филипец был, по-моему, маленьким, а Седдер был этим средним, длинным типом. Я вахнул. Ну, короче, это в честь них, этих боссов, сделали. Да? Удар, который стрелом наносит по танку и дотку вешает, это удар кружкой пива от Триси называется. Ну вот видишь, я сдох. Все, бегите там одного, оба другого пульте. Шлем тоже до 2-8. Я всю лингрену скидываю, если вдруг что-то надо. То... Элементарим стан давайте только, пожалуйста. Дай мне, я буду все ролить нормально. Не, давай денем этих там чатиков. Не, ну это если что-то такое нужное, там Т-8 там или что-то. Подожди, Ваня Кибер говорит, типа на танк шмот. Так я мусор закинул. Да какой разрол? Ты один тут челик? Лосов, Ваня, вы их лосов изливаем. Если надо разраливать, если шмотку надо разраливать, то пишите тому, кому отдал. У Лингрена весь мусор, у 228 шапка. Если это говно кому-то надо, можете паролить. Чего, это вон может этому Ване Киборгу латы на танка закидывать, он писал, что ему латы нужны на танка. Там, смотрите, самое главное, если больше одного человека надо кому-то, то ставьте... Здорово. Привет. Заходи в льду. Чё? Можно? Заходи на Варену, да, в льду. Нужно, в льду. Хорошо, чё. Я хотел спросить, там куда-нибудь собираетесь, нет? Да, в льду. Ждали тебя только. Это-то... Стану этим магматическим яростям давайте, когда они кастуют свою эту хуйню, иначе они вас всех отхуят, блядь. Стан, ну пошло вот. Ну поехало. Блядь, сейчас пол рейда расхуяли, блядь, вот видите, что творится. Одному стан, второму стан, давайте. Ой-ой-ой. Пошла жара, они ягодятся, блядь, по одному, сейчас все. Влево уйдите, все свали. Я не знаю, что за паника. Просто надо мобам сбивать каст станом. Стан сбивается. И все. В этом вся проблема, что станом. Я в танке, в ДД. В ДД. Господи, танки, блин. Пиздец. В танках пойдет. Вы, конечно, это конечно, все весело, круто, как РБК, но можно, пожалуйста, сбивать мобам? Могу назвать способности. Ваня, одного лог дай другому бан. Да, забанить можно еще. Дальнего забань, пожалуйста, прям сразу забанить. Думаешь, я знаю, какая это кнопка? Зеленая. Но я знаю, как она называется, но где зеленая, она? Зеленая рука такая.
посмотри. Зеленая рука. Батя полетел. Все, уже не нашел. Надо. Нашел. А, о, бань, все, я нашел. Давай, бань. Хорош. Да, давай, его, бань его нафиг. Найс, отлично. Да, я не понимаю, просто, ну, рарник АФК, это понятно. На стресс РФК нету. Ваня Киборг это неизвестный челик. Лингрен КД, наверное. Не, бог, наверное, я... Сейчас, подожди, Вань, стой, я сейчас агрю, это котов заберешь. Нету. Надо было, наверное, в сове в кота превратиться, набить комбо поинт и дать. Нет, ну я могу, конечно, в бар залететь, типа. Все, своди их, это агрю. Да? Ну да, чисто это на прота спекнуться, чтобы. Все, ауе их. Подходим под жопу мобам, чтобы они не чаржились. Пачка, через пол комнаты. Киньте пати, нет? Да, кинем. Да, все будет. Спасибо. И лог после этого сразу шкаф, босс, иди пульте, идите все в правую лужу, стоим там. Мне кажется, тут самое сложное это хантам сейчас стоять. Лог, ставь шкаф. Так, вот рыба. Спунтивара и пуляем сразу. Смотри, да. Что, в правую лужу? А, в эту лужу. Вот. Хорошо, давайте это... Там... Вань, ставай в лужу прям подальше куда-нибудь. Сейчас я босса подхвачу, и ты его прихватишь мне. Ну ладно, давай так. Ну, Варни суманулся, ну да ладно. Конечно, грустно. Все по жопу босса встали, не бейте босса пока, дайте поставить ему. Ну, набрать агро. Там. Ну, набрать агро. Ставь еще дальше. Еще дальше ставь его. Так, еще. Встаньте вот сюда, ближе. В лужу встаньте. Вот видите, я прыгаю, шапай дальше, как прыгаю. Они в него влетели. Серебряную бились. Метку встаньте все, в серебряную метку все встаньте. Там начните под жопу. И каст это стоп-каст. На чем мы горим? Потому что стоп-каст надо делать на касте там. Понял. Сова, еще ближе встань. Вы... Войд, встань ближе. Там огонь. Да, хоть два огня вообще стоим. Вообще, поебать должно быть. Что мы делаем? Бьем босса. Хуйней страдаем. Да, согласен. Сумон. Нету сумона, босса бьем. Все, комбат не будет, сумонат. Жмите на босса, чтобы присутствовать. Все стоп-каст! Можно сдавать мастер аур на этот каст, чтобы не подкидывало. На третьей ауре. Да можно просто ничего не сдавать, просто стоп-каст делать, и все это будет нормально. Если сдавать мастер аур, то можно не стопать касты и не подлетать. Можно просто стопнуть каст на время и не сдохнуть, все. Я старый человек. Сейчас, интересно, у кого КД мастер аур есть? У Рахиль у тебя есть? Да. Уже КД минут осталось. Стоп-каст. Видишь, Войд? У кого-то было КД мастер аура. Так стопнули, и все нормально. Я не знаю, я стопнул просто. Ну, ты видишь, ты стопнул. А кто-то не стопнул бы и сгорел бы нахрен. Ничего страшного, у босса всего два ляма. А чё, чего дадут, что ли? Да. Называется шлаковый ковш на Орианте. Чего дадут, отлично, блин. Называется на Орианте. Нихера ничего, да, наебали. Тотем дали, заметь. Тотем. Кстати, боешка. Шкаф стоит, шкаф присумонте. Войд. Такая проблема у этого латы, это боешка. Хиловские. Какие? Латы хиловские, боешка. Хорошо. Вряд ли её купят 4К. Ну, за два косаря купят, это хорошо. Ну не может быть даже за косарь. Можно одну банку будет купить. Кинь мне тапки и идол, я их разрулю. Я, короче, и Лингрен удал, и тапки, и идол, по-моему. Этих никто не будет ролить. Так, кому тапки? Кинь на ролл. Латовские, если. Вот там Ваня Борщ и... Ваня Киборг. Ваня больше, Ваня Кибер. Дай мне этот, как он называется, ассист. Что-то слишком много.
борщи и киборгов. Я знаете, что хотел бы сказать? Давайте вот это все разрол этой всей залупы. Ну, если там у тебя, конечно, не конце. Давай, чуть-чуть попозже. Давайте, блядь, идите сюда. Техника есть... по обломкам хватай. Тут есть мобы, давайте бить. Это быстро все чистится, полтора часа реально. Давайте потом уже. Что, грипать его? Да-да-да, техника. Утилятору дайте этот корни. Не надо грипать, надо сделать это в каст. Когда он будет кастовать, чтобы он куклу дайте не поставил. Дайте кулак, пожалуйста. Ну, ты смотри, как хочешь. Ну, пуляйте. Что, мы просто так будем стоять, да? Мы же не простоять пришли. И компакт-бухту тоже корни дайте, на всякий случай. Даже не на всякий случай, а просто дайте тоже корни. А боту корни надо дать. Надо отвести от купола техника и... Вот. Если он будет еще раз купол ставить, надо ему в каст дать. Сбить каст. Титилятор вот этот надо бить. Второй раз он нас не даст. Какой-то огненный луч, опасность. Ну, он просто раньше был опасность. Все так же, дайте утилятору, дайте этот, как его... Не понял. Компактоботу надо дать корни, чтобы он не чарнулся и не убил рейд. И утилятором дать тоже корни. Давай, я попробую это сделать. Ну, да, получилось. Но кружок поставил купол. Наверное, его никто не выбирал. Метку просто так поставил. Технику надо залить быстрее, и все. Ну, что вы там? Добыча отразвейте. Да, уже. Заходи в льду. Да, у нас что... Ну еще что-то есть на это? На идем. В рейде. До йога дойдем, там до 200-х поменяем. Будьте на замене. Замене в льде. Да, давайте. А что, без меток, да, пойдем? Не знаю. Какие метки? Зачем? А что, там просто... Кто там офнулся? Друид инвалид, ты куда? Да сейчас зайду. Сейчас подождите, он зайдет. Подождите. Прохила больше. Хэм, попробуем проходить для него. Да, хэм. Пуляй. Что потом будет? Сейчас просто бьем босса. Да, просто бьем босса. На 75% с него выпадет сердце, надо его зергнуть до того, как пройдет 40 секунд. Кто это дайте с альбом? Крестик и череп будет появляться. Уйди отсюда, я тут постою. Вот, бейте. Крестик и череп, который будет появляться на людях, и их надо вынести с рейда. Метка, которая белая, далеко относить не надо, можно 10 метров от человека стоять. А черную надо метров 20 относить, то есть подальше. Все, фулл ДПС по боссу, дайте герву. Похуй на маленьких. Вот ебнуть, похуй, отхилят, ничего страшного, мы все равно овергирны. Экземпль. Вот, рваните, там все, все видите его хотя бы. Миликов не пошло. Вот искру пару доток повешайте. В миле. Там милики заклинут. Пару раз гнев дал. Че это такое? Прохилим. Вот топот прохилим. Еще искра одна появилась. Ну, она по 1000 урона, по 2000 урона добавляет раз в 3 секунды, поэтому ее можно слить, чтобы не накопить. Миликов, да. Поддотайте искру, чтобы она умерла, потому что сейчас вторая появится. Ну как приятно сюда ходить, когда овергирный. Любой вопрос рейд на засыпку. Пойдем Алгалона сразу или после йога? Тогда лучше после йога. Что всех вот ебнем по голове, все. И кажется, да, у нас времени не хватит. Ну чё, завтра-то всего лишь это как его. Это мы забьем тогда на Алгалона, господи. Не надо забивать, там 100% осколок. Ну вот я про это и говорю. Пойдем сейчас сразу или неизвестно, что... Давай после. На приста забрать себе. Потому что я гдел ваш дайте предыдущий трай, там, я так понял, людям объяснять надо, что делать. Мне тоже надо.
А можно ролик на трансмог, да? Вестибюль идем. Так, на эту хуйню разраливай, тогда растыши пышник. Я понял, спасибо. Вестибюль быстро сетепнули, залили их, блядь, бичей. Там надо диспелить магический эффект. Мордан, ты как раз можешь диспелить. Да можно не диспелить, можно так залить это дело. Киньте на ролл. Все. Потом. Кинь на ролл. Сейчас только не а куда ролл. Портоваться? Вестибюль. Спасибо. Метки смотрите под собой, красные метки. И отбегайте. Да, обязательно у них стоите. Может даже всем пятером можно прям заходим, всем рейдом туда. ДПС появляется море. Вален, не спи в метках. Ты еще черную на боссе не вынес. Засосало веселит. Или это кто-то другой был? Мобы сразу чистим, не только одного. Все чистим. Так что, сейчас на Алголуна заглянем? Да, потом. Чё, а, сейчас? Давайте, вот, да, Вань, кидай лужу на метал. Давайте потом, потому что я видел, что там был на Алголуне в первом трае вашем. Да нормально там все так было. Так охуенно. Нет, сделали... Самое простое сначала. Ну, самое простое это босс, а потом уже этот. Алголон. Я как сегодня Алголон уже устали меня, блин, да? Алголон. 1219, ты ж вот, а где он тебя Алголоне, блин? Хвост кометы хотят полутать. Я понял, блин, хвост кометы, блин. Давайте, собрание идем. Не, еще ты... один. Там же ничего сложного нет на Алголоне. Чего и ты пойдешь толком? Ты просто прыгни в мишку этого мелкого, подержишь и все. Ты хочешь убить через мелкого? Ой, да, мелкого в конце ставить. Нахуя? Ну потому что хочется так. Ну так это же обычка. Это же нахуй. Это обычка. Шанс. Сначала мелкого, потом среднего, потом большого. На хейме, все. На хейме осколки падают больше. Шанс. Да, больше вероятности. Короче, я большого и среднего держу. Ладно. Диспелите магию или прист, или паладин какой-то ответственный с медведя. Сначала убивайте буревестника. Буревестника ДК держит. Потом среднего заберешь. Синие лужи, знаете, что делать. Боссов отводить, игрокам заходить. Что синие лужи делать? Синие повышает твой урон и, или боссов. Если зайдешь, смотря кто у них будет. Если боссы, то им урон. Если ты, то тебе урон. Спасибо. 5, 4, 3, 2, 1. Ну чё, синтек уже решил свалить. У него пожар. Пожар? А на цепуху забейте ему. Он с сигареты уснул. Подведи к синий. Только туда не заводи. Метку зайдите, РНЖ. Большого то подведи. Ой, это небольшой, зеленого. Среднего Молдена. Среднего забирает унти среднего с меня. Сейчас готовьтесь, он будет кидать руну смерть через 20 секунд. Сначала будет синяя, потом сразу зеленая. Когда он кастует синюю, отходите от нее. Когда кастует зеленую, заходите в синюю. Набирайте рейндж. Отойдите от босса. Отходим от босса. Набираем рейндж. Из зеленой идем в синюю.
И бьем среднего. Кто-то унтить умеет. Таунт на панели у кого есть? Ладно, я понял. Есть. Но не на кромке. Мне кажется, скажешь, когда. Бьем. Так. Забирай босса с меня, прожимайся. Не дно стад на 1000 хп. Весть. Второй отойди, осколок. Отойди от всех, а то в 30 метров вокруг все умрут. Лестните. Кстати, а почему Синтер с генделивнул? Чтоб шоу успел случиться. Ну, наверное, затопай. А то потом, он ливнул? Он только что ливнул. Чего, блять? Ну так у меня время пишет, я сам прихуел. Где что пишет? Открой журнал. Синтек покидает гильду. Менее часа назад. Журнал. Ого, нахуй. Что за хуйня? Только... Такая вот. Пиздец. Будет, а... А диск доступа к архиву, это что такое? Писал в этот, в рейд, там... Про босса, где в воде. И ливнул. Так. Интересно. Ой, дай какой этот лут мастер, что ли? А что, если банят, то типа из гильды ливают? Кто знает. Нет подобной фигни. Так. Тем более он же в онлайне был. Пизди. Кому диск надо? Мне. Очень хочу. Так. Ну вот. Два типа, которые друг друга обсирали, называли друг друга хуесосами, ливнули. Топа обзывал Синтека. Синтек обиделся за то, что я кикнул топа и пошел за ним. Нормально. Да, это не за этого, скорее всего. Серьезно? Ну, я не знаю. Конечно. Надо выяснить, чего Синтек А вы куда, ребятки, побежали? На Алголон? А, на Алголон идем, что ли? Я не знаю. Не, видимо, нет, мы на Калагарло. Понятно. Весь лут я разролил, когда у него есть что-то время. То есть пока не то самое. Бежим, разролю все с ним. Там моб сзади. Спуститесь, моба убьем. Может, Синтека кто-то кикнул просто? Нет. Нет, там если кикает... Там было бы тогда исключает. Его не мог кто-то кикнуть. Ну, Войда постоянно рука тянется. Блин, ну может сначала спросить, типа, зачем его банить? Что случилось? Я не кикал. Ну, не знаю. Тут можно, да, спросить, потому что это очень странно. Да, тут, может, это очень страшно. Девочки его кикнули из гильдии. Кто-то говорил, что у него микрофона нету до понедельника, а сегодня вроде вторник. А кто говорил, я уж не помню. Кто-то говорил. Он сегодня был со мной по дому в рейде. Топа. Разговаривал прекрасно. Ну, разговаривал прекрасно. Ну, понятно. Кто был сегодня в рейде? Топа пугом попала со мной в ТТГ. Не, я не про топу говорю, я про синтетик. Синтетик не видел его давно. Да топа бесполезны эти роги, что. Да, ни демеджа, ни урона, ничего, даже аграна брать не могу. Ни демеджа, ни урона, держу в курсе. Так, замьютить.
Только что он ничего не прав. Так. Бля, а у кого есть синтеку? Я не могу его найти. Я его добавил, друзья, в этом. Мурлокос, короче, в Дискорде. Я его добавил, не знаю, стучусь, не отвечает. Плачет, наверное, в подушке. Да не, ну а что ему плакать-то? ГБР пиздюлей дали. Больше курить нельзя. Может, его там выселили, блядь. Может, он понял, что типа... Я тоже про это подумал, что может, ему скажут, что съебывай нахуй из общаги. Я вот почему-то тоже... Да не, такая хуйня учебная. Не, за курение могут спокойно. За курение спокойно нахуй выселяют. Не, ну там, наверное, не просто курение было. Ну, я знаю... Нет, я знаю, что за курение могут, но сколько у нас ребята курили в комнатах, им, конечно, ругали с них, да, им, ну, выговоры прям жесткие. Ну, это понятно. Если ты их заебал, то они тебя выгонят. Не, вот а так может... вот чисто логически подумать, а что, типа, выйти никуда нельзя, там, не знаю, на улицу. Ну, он сгорел. Ленивый, блядь. Я понимаю, как можно в комнате курить. Форточку, по-любому, типа, там еще не один живет. Да нет, форточка, даже если ты форточку, типа, откроешь, там снова нять будет. Ну да, очевидно. Ну, не знаю, можно выйти покурить, если тебе супер надо. А поставьте, присумуйте Вайда и присумуйте Радника. Тем более в общаге. Типа, курить в общаге — это самоубийство, блядь, в комнате. Не знаю, как деньги вообще заявить. Может, он какой-то план. Ну, у нас была групповуха команды на столе, и ничего не сказали. Ну. Она присутствовала. Этим не надо гордиться. Это секрет, была она или нет. Да, да. Участвовал. Главное, что ты был. Снимать, тыкните. Я рядом снимал, сказал: левее, правее, глубже, дальше. Ближе, все такое. Участие. Как же ты кринжуешь? Да, может это? Я не кикнул, это же бигдемовский вроде, не? Это синтека. А может мы там... А вы синтеку? Решили этого битька рукастого, да? Да, кого еще? Ой, давай бежим скорее, потом все покикаешь. Время еще есть. Радника, ну, засунул я в комнате стою, зашел. А что, здесь надо дослушать, что он базарит? Нет, он просто пиздит без этого самого. Нет, он говорит открыть. Да забей, это он бесполезно, что там. Он же будет открытый ворота. Какие? Ну, к этому, к Алгалону. Ты их не открывай. Да, у меня есть ключ. И хоть и должен быть ключ к Алгалону, вот и все. Если ты откроешь, то отчет пойдет. Да. 2 часа. Как бы, и потом... Я не открываю, я вот здесь. Давай, мы тебя сумоним, сумонься. Бля. Я там квест дал, они базарят что-то. Ну и пусть базарят. Когда мне ключи дадут? После убийства с йога, что ли? Нет, там падает собрание, то есть получается этот самый. Ладно, потом скажу интересно. А, ё-моё. Не, мне диск дали, я потом квест дал. А, ну вот, видишь. А где ключ? Могу он просто играть устал, он что-то писал давно. Ну да, этого... я тоже помню было, но... что он заебался играть. То синтек? Ну, да. Ну давно писал еще. Мне кажется, у него учеба просто, поэтому... Может быть. Перестал играть. Короче, нет только Викторки, Мидарка, Ивани, Киборга. Потом придет, скажет, что не видит. Да, в тело свитч-систему. Раньше наберите эту самую, в линию встаньте. Ребята, сидите подлиннее. Пожалуйста. Да ладно, лучом убьет разок. Минут 10 потратим на рез. Ничего страшного. Ты что-то приебался. В правую руку не свечите? Держи, в правую руку. Что-то мне кажется, правая рука ебнется. Так. В руку. Правую руку сыграйте ему. Только не сильно. Все, в туловище играйте ему скорее. Посильнее в туловище сыграть ему. Маленько там пару человек сыграть просто. Ты просто ауешь. А в левую не надо, стоп. Да, в тело просто ему хуярьте. Ну, сейчас ауешка убьется. Просто ауешьте и ту руку добейте, чтобы он умер сразу. В
вторую руку тоже найти. Правую руку, правую руку играйте. Все отлично. Блять, я помню свое первое освоение Ульдуара. Как мы тут мучились с ним. В правую руку свич, в левую руку свич, в туловище свич. Выбейте этих туда-сюда. Это ну, меч есть? Это что-то скучно. Меч вообще плечи, идеальный. Плечи чет. Ебать, плечи тоже четкие. Блин, плечи забери. Можно мне, пожалуйста? Сейчас все разгроним. У меня же они появятся на роге, да? Ну да, появятся. Да, появятся. Появятся. Дайте мне плечи, умоляю. Встаньте вот тут в угол. А, которые эти, типа, крутые, живые такие? Просто... Живые, да. Еще но... поставил таймер. Плечи на трансмог нашел. У меня новые да, такие да. были. Еще и час... Час 40 есть на всех. Есть-то место? Нет. Что вы делаете? Долоране сидите. Есть, есть, есть. Бить будем, их же свести надо. Ни хера не понял. Одновременно заливать. Как бы можно. Какой там тенек? Плюсов гильдию, что там у тебя? Я плюсовал уже, не знаю. Плюсни сейчас еще раз. О, 4 печати надо собрать, что ли? Что кого? Про чё? И печати. Вау, одновременно. Одновременно Мордаун, их убить. Дай плечи, а. Так, кошадницы пока нету, но пошли тогда в коридор. По ролям. Это не роли. Пойдем тихоходим. А у Рая там какой-то тоже нужно быть? Да, 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 да. Ой, да. Кто на луже встанет, тот бич. Сугробы не вставайте. Сугробы с дымком не вставайте, пожалуйста. Типа без дымка можно, с дымком. А Мимирона Герри надо убить, да? Да, хуй знает его, слушай. Там вроде надо всех ХМ закрыть, которые здесь сейчас есть. Да, 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 да. Вспомнил. Ой-ой-ой, минус дот. Ой-ой-ой. Точнее, некромантика, иди пока к нам. Там только ханец. Додики на сугробы не бри... О, господи. Стекло не попади. Бичи. Стекло не попади. Лужи служишь, не? Залили это все дело. А че, вы кошку не стали? Там далеко. Потом подойдет, а сейчас... Как раз выйдем с ходера, и она будет, думаю, рядом. Ты спать на стресс уходишь? И время спать. А почему, кстати, то будет, что он сделал опять? А, ну иди, конечно. Топа кринжану. Просто офнись и все. Так, что это получается? 6 боссов, да? Ты уже потом искал все это разролем. Нет, это без разрола, это мать. Нет, 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 все. Нет. Ну, успокой. Ебать, куда лезешь? Сударь, охладите ваше трахание, пожалуйста. Да. Школьник. Он там прикольный. Войт, 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 иди сюда. Тут в мобе фиолетовые печи придет. Кто положим ходит? Вкусно. Это был топ. Я понял. Сейчас тоже ливну с гильдии. Из-за плечей, которые ролить будут? Да, тут падают боешки, типа... Боешки какое-то отражение. Пошли. А, их немного. Тряпочные есть боешки? Правый, правый не заденьте. На разбойника токен такой же, нет? Нет. Он другой. Цвета другого. Просто другой цвет. Плечи все хорошие. Типа с такой же анимацией, что ли? Да, 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 да. Тоже да. Сет, просто это обычная шмотка, а та сетовая. Да, это разные вообще. Стоп, стоп, ставьте шкаф, ставьте шкаф, лок, ставьте шкаф, сумоним некромантику. Волшебное слово. 5000 гп этому молодому человеку. У меня нет гильдии. Да, пофигу, так. Блядь, кто там такой гений? Ну, кто сагрил, тот танкует. Справедливо. Хорошо. Разовую фишку, если кто не знает. Если дымок есть над сугробом, там есть кто-то. Если нет, то там нет. Кто-то там живет. Буду знать. Я жду плечи в трейд. Да, ты не дождешься. Примешь мою посылку? Да. Господи, дай бог памяти что-то делать. Бьешь. Главное, главное не стой на месте. И понятно, все вспомнил. Разбейся, уходишь в свой зон.
туда и все. На месте главное не стоим, в лужах не стоим. Там пока вставали парочку раз, там стак появился 1-2 максимум, все. Пробежались, попрыгали там, не знаю. Вот замерз. Монаживайте его. Вон, возле костра можно погреться. Кастуйте одеяло срочно. Грелку ему быстро. Ага, засуньте ему куда-нибудь под голову. Нормально. Быстренько только откройте. Ачивку хочу. Там мороз, мороз. Где там? Отлично. Ой, мороз. Ой, мороз. О, сундук один пропал, что ли? Нет, он здесь. А его ПКД нету. Опа, токен. Опа, токена нету. Опа, посох. У них хуя строя. Да, он не очень красивый. Посох кал. Нихуя себе. За что? Ну так. Видишь, внутри яблочко, оно стоит. Мне оно уже нравится. Надеюсь, мы токен, конечно, паролим. Потому что если мы паролим... Нет, я себе их забираю, все. Ох, бежи, 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 блядь. Кошатница, уходим. Бля. По-моему, кошатница идет. Блядь, накаркал. Все, уводи их, уводи их своих. Ну, кто додумался туда пойти и видео? Стоп, 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 стоп. Все, сагрили. Да, гениально. Ладно, встаем, побежали. Встали, побежали. Ну так что там, близко ТП. А че ты Торима активировал? Нахуя вы запустили Торима? Балдеж. Ну этого Хадира, блять. Мы же его убили, блять, лол. Не надо запускать его, запускается он только при битве с Йоксароном. Йоксарун! Не знаю, о чем вы. Берегитесь. Опа, 8. Патрулирующий босс. Не надо там ломиться никуда. Надо... Это передвигаться как-то получше, чтобы не было такого вайпа. Просто потеряли время, сейчас бы босса уже убили этого. Все, заходим. А куда продаваться? Вестибюль, подкуся. Угу. Даже нет, нет, не вестибюль. Галерея там что-то. Обвалившаяся галерея. Угу, спасибо. Ебать, труба огромная. За каждую подсказку нет, 500, 500 голды. Я тут не было никого-то. За кого? Подсказка. Нихуя. Ты шо? Это заработок. Дядя. Что за подсказка? Ну-ка рассказывайте. Давай шкаф. О, она сюда идет. Бить будем, да? Да. Только надо быстрее сумануть тех, кто еще не нашел портал, не протонулся. Кто офнулся, надо, чтобы зашли. Вот сюда прячьтесь. Я понял, не работает ничего. Давайте быстрее, принимайте сумму. Завис, нормально. Давай бить. Да, зависай. Он сейчас уйдет. Зубы готовьте на ДК. Агри. Агри. Сначала... Сейчас чего пройдем? Сначала ОЕ по кошкам. Пиздец, побезуем. Просто фу, минус 3. Фуловые, давайте быстро. У меня игра вылетела. Ничего страшного. Фуловые. Ты пак с кошкой? По четырем кошкам. Подойдите ближе, чем. Встаньте в босса. Я в тоже вылетел. На меня прыгнула кошка, я сдох. И... Я такая же херня. Или не сдох, не знаю, я просто... Перед лицом же надо стоять, стоять да? Стоять перед лицом. Бьем босса. Давайте, Герл. В рейд поверни. Берегитесь.
здесь. Сбить кастом. Где вот Мордаунт Елизавета тоже вылетел? Сейчас случайно вылезет кот, его стаунтиш. Все его зальем, потому что все в кота свечимся, кто нас пошотает. Седотку повешал на мага, там сразу глыбу нажимай. Сейчас служа будет. С лужи выходим. Переворачивай босса в другую сторону. Звезду встаем. Каст сбить боссу. Антифир и каст. Все добиваем. В рейд повели. Так он и так он везде стоит и все. Берегитесь. Ой-ой-ой, какая голова, бля, почему они на роге маму свою? Что сделал? Чего? Лунный рыцарь. Я поднимите, понял. Пожалуйста. Говорочка по Фрейду. Аму как? Спасибо. Ты что там, блин? Курнул? Да он немножечко. Колпака. Колпак снесло на пацану, блин. Мобов одновременно надо убить. Под лицом у них нельзя стоять. Кастует прям блять. Так, моб угрожающий смотрит на Рианти. Он повернул его лицом на рейд. Он спасибо. Да, бать за лока кайфовый геймплей. Чисто стоишь с сосёшкой. Скучно. Пистолет поезда, знаешь, да? Да. Ты в одном там не справляешься, наверное, с трэшем. Спекнуться, что ли? Огрузка. Одному. Сейчас спекну все равно, там главное надо танка. Да, я тебя. Ой, пустите меня в комнату, короче. Ебать гарпун. Обидно, конечно. Да, то, что плечи не дали. Да мне похуй на плечи. Да. Мне обидно, что, блядь, топ-игроки какую-то хуйню придумывают и уходят с гильдии, блядь. Бляха, начинай свистеть и все. Мне за плечи больше. Да похуй на эти плечи. Похуй, я не знаю. Фотки, это все приходящее. Ролики, не, если да, все уже отдадут, мне обидно будет. Уже положили, уча... Да, я никогда не понимал этого босса. Подбегайте сюда. Да, он изи. Да. Сколько там? Че, Войт, ты... Войт, останешься, да, ладно? Здесь-то, в комнате. Пойдешь с Варахелем туда, и чтобы Юр там не сдох вас. Хорошо, Юром пойдем. Милики, и дай нам еще... Милики тут остаетесь, а этот... РДД туда в комнату идете. Ладно. Да не, стали сбить здесь тоже все эти. Да я нам дал только этих. Ну, не знаю, там тут и медалька своя вариантом. Все. Че, мне здесь остаться? Вариант, наверное, ставить лучше в комнате, а мы по. Нет, здесь ставить, в зале. Пусть да, здесь будут косты сбивать. А что надо в комнате сделать? Не тупить. Да, просто слушай, я просто буду говорить, там в конце будет комната стоять голем. Запускать будут волну по одной. Ты можешь говорить? Да, я поговорю.
Ну, если там тебе ничего хардового, то я могу с вами сказать. Ничего хардового. Не, останься там уже. Говорили там, там чисто да, тупость. Все. Давайте, открываем, побежали. Это... Среди танка не бегите, сильно с танка не рвите. Хэм, там... Хэм там не запускайте, если до хэм дома. Все. Стой. Вань, бобов за угол надо было. Вань, бобов за угол. Отводить. Вон, заливайте это все тело хуйню. Так, давай. В правую сторону бежали. В правую сторону бежали. В правую. Снова правая. Бежим. Бежим в правой стороне. Снова правая. Ребята, вы не выходите из круга, молния, чтоб не била. Снова правая. Мобы сами пройдут. Левая, влево убежали, влево убежали, все влево убежали, влево все. Забрать потерять нужно. Чутка отойди от молнии, видишь, где молния, ты кто? Это Пет, ДКшника. Блять, Пета с игроком попутал. Пиздец. Хорош. Стопы, что ли? Че, Войт, не признал своих, да? А бомба. Ты че там, блядь, тоже ебанулся? Он? Я колпачка-то ёб. Колпачок? Там колпачок плюс сметаны, кабачок и все. Вдохнул просто колпачок, блядь, героина, блядь. Ничего. Нихуя. Над сваем. Ты сильно знаешь, что это самое. Свая, блядь, какой над сваем? Кто такой над сваем? Бля, вот под накурткой на Логалоне прям идеально. У него там анимация такая ёбнутая. Сейчас, короче, просто бежим вперед, прыгаем. Медленнее стойте. Это не трогайте босса, не запускайте, а то хэм будет, мы просто попадаем. Думаешь, это? Че, 40 секунд что ли ждать? Просто попадаем. Ну, не, ну давай тройнем для прикола чисто. Нет, ладно, давай. Если не уверен, все, все прыгайте, я его это, если что, это спутник. У нас Геры нет. Я понял, кто сделал. Ну, у меня лишь есть. Это он сам. 3 минуты, когда еще? Все, Варахей, прыгай туда, я это спутник сейчас. Все вниз прыгайте туда, вниз стоит, вставайте сильно. Полтай, тоже прыгай вниз. Блять, я вижу, что ты этот самый. Давай, быстренько, кабанчика, метнись сюда вниз. Все, давай. Ёбушки вороб. Сложный режим. Так, надо. Ну, рассосались тогда, если сложный режим. 11 метров. 11 метров кринжу держите, и эти, то ли хуялям по голове тоже. Сейчас нужно даже не помню, что там будет. Толя вышел! Будет красиво сейчас. Красиво будет бичи падать. Давай, Валиант, Герус, давай. Я похую. Просто встаньте на дамаге давайте. По три тела левое, три тела правое, нога милики. Вот откуда из колонны идет молния, в ту сторону босс сейчас повернется и кинет вверх молния. Оттуда надо отходить. Роха. Он кинул. Это сейчас он так кидает, потом будет усиливаться урон. На нем стаки появляются. Елизавета, отойди от меня. Обычки, конечно, Герой быстрее зергается. Да. Ну, конечно, все можно с Герой убить, если ты понимаешь, что делать. Ну, главное если от этой уже... молнии отходить. Ну, на Гере там просто сиф еще кастует Близзард оттуда отходить. И, ну, там просто захиливается, в принципе, ДЦшника Мордру. Опа, бичи. Ну вот это как раз так? Молния, потому что которая, надо ходить. Которая цепная, она кастуется и она перескакивает каждого а следующего. Где она показывается? Я не видел вообще. И где она каждый раз кастуется? Тесла, смотри, по комнате. Это есть другая молния, цепная, которая босс кастует. Если... Спасибо, Лайн, что убил, блин. Если стоит 10 человек... Я убил? Ты охуел, блин. Он пошотает тех, кто там третий, четвертый. Поэтому в пачку. Короче, убей. Последнего убивает сразу. Ну да. Усиливается там на сколько они? На 75%. Первого набьет там сколько? 1008-10. Убейте, пожалуйста. Бой. Если тряпка попадает, стопудово умирает последний. Ватник. Я понял, творец. Войт, смотри. Куда смотреть?
Вот сюда, на себя посмотри. Так. Что там? Опа, токены. А кто это, блин? Ёбаный. Это я. Это, говорит, я, блядь. Стой, не двигайся, как там написано? Восставший союзник. Спасибо. Ватник, короче. Я понял. Граватный применил скилл. Короче, вы это самое, отролите самое, да? Короче, вы... Пошли дальше. Я жду плечи в трейд. Да твои плечи, все, я разбираю на распыл. Все, я забираю, весь шмот пылится, и все идет в ГБ, все идет. Да. А какой, какие плечи, кто их забрал? Ну, которые вот эти трансмок. Нету. А кто их забрал? Ну, в Байду пошли уже. Не, у меня нету их. Они уже по рукам пошли. Там, а уже давайте, нет, не у него. Садимся На черном рынке продали. Кстати, рассказываю фишку, если кто не знает, такое странничество, можешь здесь пофармить маленько эту всю гадость. Бля, не, так, стой. Стража отвести, остальных мелких удалить. Ты надо стража будет. Блин, тут но, был, смотри, я бы не хотел. Не, мелкого, ты чё, не, большого надо развести. Они расти начнут. Ну я сказал отвести надо, мне её зальём, конечно, хули, ну, молодцы, блядь. Я молчу, я думал, блядь, я думал про вон тех мобов дальних. Не, все, я просто буду молчать. Круто. Наконец-то, блин. А все, ты до пиздец тоже сиджу. Я все плечи забираю себе на распыл, это все. Если ты хоть что-то с этими плечами сделаешь, я с тобой не заговорю больше. Я уже распылил. Я просто отвечаю. Я уже распылил их. Отличные пластины из монолита. Бля, ты мордаунт у монолита какое желание загадал? У монолита? А, чтобы сесть же постоянно был в бане на Сирусе. По жизненном. Бля, за что сесть? За что ты так злые? Злые все. Ты просто... в моем личном бане сейчас будешь. В бане? Давай, в бане? Я готов. В бане это хорошо. В баню можно. Серджио сходи. Древний залиемся прямо, каменную кору. Тоже. Вон Бен знает, что надо это... Древний. Зачем? Надо, не надо убивать древний. Надо. Ты хочешь хэм. Ну так он тут вообще излишний. Это тебе не Торим. Это тебе не Бруклин. На котором надо, блять, вставать раньше. Ты что, убиваем кору? Ладно, хорошо, оставим этих големов. Кто-нибудь смотрел, блядь, фильм «Бриллиантовый полицейский» называется? Мне кажется, Мордаун там играл. Какой? «Бриллиантовый полицейский». Это с этим, что ли, с... Мартином Лоурсом. Да, я понял, да. Мне, короче, в начале он, нахуй, в сейф пришли грабить с этим блюликом. Тут челик такой говорит. Что, говорит, надо делать первым делом, когда грабишь сейф? Белый такой, ну, негр... Да, а ну... негр-рыцарь, он же снимался, да? Негр-рыцарь. О, черный рыцарь, реально. Бля, вот это козырный фильм. Ой, блядь, кринж. Не спорьте, он в средневековье реп читал. О, боссу не спорьте. Он, короче, говорит, что надо делать первым делом. Тут белый такой говорит, ну, блядь, я хуй знает. Говорит, надо проверить, говорит, не заперт ли он. Тут такой хуяк, такой, ну, прислоняется к сейфу, такой смотрит, не заперт. Что, говорит, нахуй? Я, говорит, пошутил, это прикол, говорит. Ой, блядь. А потом он тренировался еще, чтобы этим стать, как он называется. Копом, типа. Чтобы брюлик. Знаете спиздить. Гильдию Нидеры? Мне кажется, там Мордаунд снимался. В смысле, а че я здесь причем? Играл. Слушай, если вы что-то там от меня имеете по этому поводу, давайте не ходить с вашего рейда, все. Это выгребните куда-то большого. Так это не мы с тобой ходим, это ты с нами ходишь. Я хожу с вами, помогаю вам. А я не понимаю, что самое... за пиздеж какой-то лишний. Ну, что вы делаете вообще? Я цветочек танкую. Цветочек. Танкуй его, давай. Танкуй лучше, ты плохо танкуешь. И че я пришел? Да просто обнулят. Блять, куда ты идешь-то обратно? Ну танки тут же. Корняка, так танки на куриное, походу. Ну да, он зашел за угол, сдох. Хилы тоже АФК, наверное. Ну, может он отошел куда-то, не знаю. Ты первого сливайте. И касты сбивайте, умелики его. Касты бейте, касты бейте ему.
Бляха. Блять, бичи нахуй. Я осуждаю, блять, ДКшников больше, чем, не знаю, блин, пальцев на ноге. Оказ бить, блять, не могут. У тебя типа два пальца на ноге? Один. Не, ну ты печально, конечно. И оба мизинца. Чего строя? Уже мизинца, что, блядь? Ничего, что вас строя, блин, в рейде, а? И полетела чаечка, блядь. Трехпалый. Чаечка, да? Чаечка. Каркар, ёпта. Мордан, такой вопрос, пиццу любишь? Я хочу пиццу. Так не я рел, Войт рел. Короче, ладно. У тех двоих тоже же убить надо? Я за лучшая нимфа. Че не мью? Я бы её нашёл бы. Ау. Реально. Milky Way, Milky Way. Эй, сыщик. Отдай плечи. Блять. Лёня, жирный хуй. Вы лисинс, блядь, я тебе плечаю мозг, дырочек. Жули. Да. Ладно, последний слава, он будет вас размутить. Слава, забери, где я стою, ожерелье. Ты кто? Сзади тебя, сзади тебя. Ты кто? Другой инвалид. Сзади тебя. Мне просто по голосу, ой, по голосу не знаю. Так, короче. Подъезжайте сюда. Тихо. Подъезжайте сюда. Короче, держишь босса, с лучей столбов отходите. Ладно, я подержу босса. Кстати, дайте Биг Дэму самому. Понимаю. Мобов этих бить по одному. И милики, когда у них мало хп, выбегайте оттуда. Таунт на них долго не работает, там. По одному взрывайте, потому да, что они. Если дар не убить, они отхилят этих мобов на фул. Зеленая вот эта елка, видно, нет? А, из лучей выходить на ночь. Из лучей надо выходить. На вот этом косте. Дрожь земли, надо стопать каст. Корни либо фридом, либо разбивать надо. Босса сейчас бить не надо. Так, не надо. Нет, ДПС накручиваю. Не надо, зачем? Вы проки теряете просто. Покрути, рарник, покрути. За столбов отходим просто. Зеленая елка. Да. Не поти. Это. Вот я два маленьких заберу, ты хвостоплета забери. Одновременно убить. Этих мобов надо залить одновременно. Подведи его поближе к боссу. Поеплет. Ну, уберет. Не одного, а трех одновременно. Сейчас, если 12 секунд не убиваем их. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Вот. Заливайте их одновременно. Ни одного свечитесь от того, у кого больше хп. Чтобы было равномерно. Опа, елочка. Где? И по поводу плечей, если надо на трансмог, чтобы пиздоболей вот этой не было больше, сразу плюсаните в рейд-чат, кому эти ебаные плечи надо, кроме Седжу. Есть кто-то, кому они нужны, кроме Седжу на трансмог? Вот. Нет, это кожаные плечи. Со столба отходим. Грибы. А, то есть мы трансмог ролим только хорошо, потому что носим сейчас сами, да? Ну, я не знаю, варажи не нужны. На друида. Ну, так он на ДК тоже. Мне только бошку дайте, эту луну вообще. Блин, это дерево заливайте.
Ну, я в парнях сзади. Можно? Могу. Могу. Еще в нестабильной энергии. Хил. Там же получается, я просто в коллекцию добавляются. Да, я не в курсе, я трансмогом не занимаюсь. В общем, да. Не разбираюсь в этом. Давайте после босса. Просто то, что я слушал пол рейда с Калагарной, это пиздец. ГП хуярим, да и все. Одновременно мобов. Сводим. Ну добейте. Да, Ренара. Так, что там осталось? Мелкие, по-моему. Что-то не помню. И дерево. Да, мелкие. Она бесит меня. В меня постоянно кидает огонь. Ты же самый большой там. А, ну да, самая длинная цель. Сейчас либо дерево, либо мелкие должно быть. А вот дерево. Либо. Дар, возле босса залейте сначала. Если гриб вырастает, то ищите маленький гриб. Он, ну, типа молодой, он дольше дает антисало. А старый гриб уже перестает давать. Не торкает, короче. Гриб торчок. Так, со столба отходим. Туда маг больше. А кто Ваня Киборг? Это Чепперс, напомните. Shadow Knight. Короче, сейчас 10 маленьких. Их надо убить по одному. По 3, по 5 не взрывайте. Если взрываете, то милики выбегайте оттуда. И это. И РДДшники тоже 20-25 метров от них рейндж. Потому что радиус взрыва у них там 15 метров всего. Вот и прожимочки. Да, у них хп мало. Все, давайте Геру. Будет раскидывать зеленая хуйня под ноги. А вот она раскинулась, да? А, или нет, это бесы. Не-не-не, не было. С одного берега на другой будем перебегать. Ёлку пошли бьем. На этом берегу. Ёлку видите? А то на босса на фул захилит. На этот берег встаньте, где босс стоит. Чтобы все перешли к боссу. Все стоят на одном берегу. Давайте, маги, шипы. Все, добили уже. Понял. Она обычно тут не успевает. Плечи разрольте. И плечи. А, Войта, можно спросить? Там у тебя, по идее, грудак есть латный. Грудак латный. Да, ты забирал там с первых боссов кого-то из. Ну да. Грудак латный. Можно это взять? Боешка? Нахрена он че? Что трансмог. Это у меня последний. Да какой трансмог? Там он вообще никак не выглядит. Как он? Блядь, сейчас я его найду. Не, все, Войт, я просто разроли все. Сразу. Куда топ? Искра воображения называется. Там Мимирон сидит. Белорусский танк. Белорусский комбайн. Разве танк? Да, да, комбайн. Я всегда думал, что это трактор. Да, чудо техники. Белорусской. Один. Там самое главное нажать на красную кнопочку. Нет. Да, нажимайте.
Ты чудо, комбайн разъебет всех. Кожаные плечи в ролике, да? Бомбочки. Я не знаю, что аукцион неизвестный, пишет известный. А куда бежать телепортироваться? Искра воображения. А, взорвался тут. Ну так. Бежал. Давай посмотрим, что там. Вот. Спускаемся вниз. Надо принять Фанни, что ли? Я же говорю, боешка. Хуеть. На Уке она есть? Как поговорить? Мало кто фармит. Название скажите. Кираса из кузней жизни. Бичи, сука, тыкните нахуй. А, название этой? Ебать. Ну, боешки ваши. А, ну, так я же сказал. Кираса из кузней жизни. Можно просто чекнуть, сколько у нас стоит, я скину, войду. Нету их таких наук. Угу. Ульду просто не фармит же никто. Значит, можно рубля за 5 за 6 утолкнуть. Вы там спуститесь к нам. За 5-6 рублей можно 9 взять просто. Так, сколько я отдал там, блядь, калагарн и собрание, да? Так, кошатница. Три этих. Берон. Дебик дым. Поехали. Объясните, что здесь делать, пожалуйста. Просто бьешь босса. Хорошо. Ну, могу рассказать вкратце тактику на этого босса. Первая фаза — это белорусский трактор. Называется Левиафан 2. Вот, потом он будет модернизироваться. Сейчас мины. Вокруг себя разбрасывают мины. Это просто вот так вот бегаешь по ним и умираешь. Ну, танк может и не умирать, конечно. Но смотри, сколько хп отнимается. Сейчас отбегаем от босса. Кто не отбежал, тот умрет. Вот Валиант не знает тактику, он умер. Сейчас опять мины будут. Вот если вот мины разбросались, да, он же умрет. Надо пойти повзрывать. А, не успел. Это я одну довзрывал. Ну хорошо, что у Валианта есть тавалка, он может ее заюзать. Так потом что? Сейчас увидишь, сейчас будет... Кастует удара, надо отбежать от босса. Белорусская мельница лазерная. Короче, она перемалывает зерно, ну там... Почему белорусское? Ну тут все белорусское, полностью сделано комбайн. Сделано в Беларуси. Комбайн четырехфазный. Комбайн. Вот эта белорусская мельница, она перемалывает зерно вот там внутри. И по кругу будет раскидывать зерно. Да-да, то есть с такой со скоростью света. Ты шо, бульба? Лазерный, это как называется. Лазерный обстрел будет. Зерновой. Противопехотную лазерную штурмовую мельницу. Вот, все правильно. Это просто надо дамажить до того, как он начнет кастовать зерновой обстрел. Но еще он, конечно, кидает ядерную ракету из спины. Вот смотрим на спину у него. Стоять там... надо там, где у него ракеты. Да, сейчас посмотрим, кого-то должно убить. Так, пока что две ракеты висят на спине, старта не было. Ракета полетела, смотрим. Вот летит, малышка. Красный кружок, смотри, возле него никого не было, к сожалению. Да, не получилось показать, как это ядерное оружие работает. Ладно. Сейчас будет белорусский вертолет. Он входит в состав комбайна. Ну что началось-то, блядь? Воздушные силы. Вот смотри, он пока что в полу, там в текстурах застрял. Трехярусный будет. Трехярусный, да. Комбайн. Четырехфазный, трехярусный, белорусский, лазерный, блядь. Сука. Сейчас он всем подкажет, откуда нападение планировали. Просто ретриком, если вот так вот подпрыгиваешь под головой, то можно нанести урон от, это как он называется, от печати на... Как его понять? Вот высадился бомбот, но мы его залили. Барахлобот высадился, ну его можно просто тоже залить. А вот штурмовой робот, вот с него выпадет магнитное ядро, вот. Если его взять в сумку, вот я его взял, сейчас
голова. Где она там, блядь? Она уже сдохла, нахуй. Не успела, к сожалению. Я его просто заюзала. Оно даже не отображается на полу никак. Ладно. Ну, вот сейчас все эти три части... А сейчас Power Ranger появляется. А Power Ranger, он собирается в супермашину. И тут, короче, фишка в том, что если одну часть убить, и в следующие 12 секунд две другие части или хотя бы одна останутся живыми, то босс захилится на фулл хп. Ну, или наполовину, или на фулл, я не помню. И будет, Миша, все хуйня, давай по новой. Принцип такой, что надо бить ту часть, у которой больше хп. Надо уешать по максимуму. Короче, голову надо захуярить все части одновременно. По туловичу. Вот красные кружки, с них надо выйти. Смотри, стоит, сейчас скажу его ник. Рахель, как дела? Волонир нормальный? А он не здесь. Вы видели? Только бич. Мне интересно, кто это? Кто мне объяснит? Так, что это? Крит Ханс. Давай я сразу ролик просто дальше. Ну что, фокуса вычислили? Не везет мне с роллами сегодня. Опа! Ладно, вычислили, у нас синтек ушел навсегда. В смысле? В смысле? Сги и это ливанул. Дайте кота Зевса, пожалуйста, не надо. Переваливайте. Хуяли. Да я без понятия. Он что-нибудь написал? Не, ничего не писал. Трейд, Йор. Он бомбанул и вышел. А что он так, вообще есть? Ну, я не знаю, ничего не писал. Диси что-то сегодня писал, потом ничего не писал. Те же роли. Обвалившаяся галерея. И налево. Обвалившаяся галерея и налево. Может, направо? Нет, налево. Там с общаги выселили, но... Наверное. Налево, там, где стоит Фрея. Туда надо. Кожный пояс, рольте. Он же не будет на улице, блядь, у столба питания брать и ноутбук свой включать. Да не, вы, ну, я не знаю, придумывайте. Ну, как его могли выгнать, блядь? Да нет, просто ливнул с гильдии и выгнать с этой, блядь. С общаги, ну, типа, две разных вещи. Ну да, кстати, зачем ему смысл ливать? Ну, я думаю, он просто обиделся на что-то, но на что? Ну, он написал, когда босса били, которого надо было в лужу вести. Ну да, это последнее, что он написал. Да, он там. А что он написал? Ну, типа, то, что надо было его прям очень глубоко вести, чтобы он лужу не разливал. Вот, и все. Левый Шельбьем. Очень странно. Но тут нужен этот детектив из стеклянной луковицы. Как его звать? Так, а кто-нибудь ему писал вообще, что за хуйня? Дэниел Крейг. Дэниел Кракен. Да, да. Пошли еще. Вот он нужен. Будь, пожалуйста, случайно умерла. Как? Я не знаю. Ну как это? Случайности не случайно? Я отказалась случайно. Спасибо. Раз уроньте, воин охотники шамана. Это ему Слава не писал, что он. Нет. В Диси ты имеешь в виду? Да и... Ну, в Диси или где-нибудь. Так он офнулся. По-моему, не было его онлайн. Можно грудь. ССУ. Кара, разбойники, маги, друиды. Единственное, к чему я пришел, это ему сказали, типа, ультиматум, либо ты вот ливаешь с гильдии, либо и мы тебя тогда не выселим. Либо мы тебя выселяем. Да не. Да, ну, не сочиняйте ересь, блядь. Ты уже за гранью фантастики. А можно маску кулак, пожалуйста? Это не заранее фантастики, а заранее маразм. Ну да. Что сделал тут? А что? А, это просто мог. Войт подумал, ну, что они сагрят его и решил убить, да? Да, да я всегда так. На что трейты не кидаешь, Валент? Это мне. Это мордаунт накидать. Рука в гамне.
Аха, убейте порождение бездны. На нем метка череп. Прощай, да. Ваня, киборг. Чуть не заебашь. Ой, тайтлфики не только синтек играет. О, Юра, хуярьте. Блять, не успели. Я понял. Я уверен, что у нас много персов есть, на которых не только их владельцы играют. Всякие разные там. Из-за Сибири, из прогрессов, Сноумерси. Ну я Сноумерси. То он и вредит. Опа, 88, козырно. Ясно, завтра на казачок. Не знаю, блять, чтобы играть в эту игру и что-то нормально тут делать, тут нужно быть вообще конкретно. Либо нормально обеспеченным каким-то, либо школу проебывать. Ну, а школу проебывать это, блять, не знаю. Ну, с учебой, да, это невозможно, мне кажется, играть. С учебой вообще пиздец. Либо... Я не спел, блять, учился, я бы хуй забил давно. Пошли налево. Тут, короче, моб один. Всегда начинаем с приверженца убивать его, зергать, потому что он хилит. А вот этот вот, его желательно в какой-то контроль кинуть, маг. Ну, остальная вся хуйня, это параша. Ну, если вы отведете, я пока я не дам. Ну, вот поэтому дашь. А черепок гриппанешь. Ты сначала ты давай, потом грипп, а потом все остальное я там за размахом забью. Спрыгивайте вниз, потому что моб телепортируется, если вдруг... Все, скажешь. Блин. Давай, кидай. Кого гриппать? Череп. Не будто. Она не спалится? Нет, не спалится. Нет. Это просто не мота. Хорошо тут физушником. Ой, ботин топнулся. Иди-ка сюда. Вот почему говорили все вниз. Да, герой, рольте. Череп первый. Не такой дагер носить. Кружок покаяния. Нет, в смысле его просто... Да, ну, просто надеть. Секунд, когда смогут, да. Надеть. Пока ты его не оденешь, типа, он попадет в коллекцию, ну, а да, кинжал ты не оденешь. Почему ты так думаешь? Он у тебя горит красным, но мне горит белым. Ты наводишь. Белым. Именно надо надеть кинжал. Наденет кинжал спокойно. А, наденет? Да, его надевать все. В шоке. Паладин у него нет кинжал. Ну да, вот для паладина не могут, и ДК не могут. Паладин бесполезный получается, ДК тоже. Такой барон на голову, конечно. Я очень полезный. Да, ага. Он в хилботе в ЧС не хилим его сегодня. Да, все. Кого там? Все, второй человек, блядь. А я не хилю так. Да, я шучу. А я нет. Да, изда так это. Ой, поставь групп лут. Это хорош. Сейчас. А руду хочешь собрать? Да. А что делать? Давай ролить, нахуй. У тебя проф есть? Есть, главное... Есть проф. Руду. Можем паролу, да. Можем руду паролу. Ну, рольчи. Ролл на руду, да? 21-21. Вы хочешь ролить, а где нормальный предмет? 21-21. Ножки тканевые. Так. Готовы там луну и кружок законтролить? Я понял. Я понял, блядь. Блядь, у ДЦ отжимает на шмотки. Опа, кто-то разбанил. Ингрид, перераливаем. 20. Все. Черепок убить. Потом... А, стоп, подожди, если мы вдвоем держи, рулим... держи здесь две. Да, давай просто ты одну, я вторую сниму. Куда он прыгает, блядь?
Не копай, не копай. Не откинула. Сейчас этот поп будет. Вот его бьем. Так, ну у нас что, 7 минут до конца, что, на юге Алгало не остановимся, до, на завтра их типа оставим? Или что? Я иду. А, ты копнул уже? Да. А то поздно. Да. Можно было пронести. Завтра. Это же быстрые боссы. Кто-то без очереди залез, да? Стоп, будем наказывать. Ну, конечно. О-о-о, устраивайте мы темную. Я не знаю, типа... А в чате не написалось? А, не написалось, потому что групп лут стоит. Ой, не стоял. Стоит мастер, он откопал и лута не получил. Угу. Ничего не получил, ни то, ни все. Так а что, вы копаете уже, что ли? Какой-то чел копал. Типок просто кинул нас на саранит. Это была я. А, это ты была? Ты что, не знала, что ли? Надо в группу, либо каждый сам за себя. Так, а сейчас что, его не выкопать? Все, все, он исчез. А-а-а. Хорош ролить там. Нет, с этой стороны ко мне. Ну, здесь один остался, но. Вот руда еще. Группа лута. Ой. Ну, иди. Мордаун-то обмен. Ветер не полутаю, руду, ладно. Иди копай, эпох. Кому только обмен? Группу лут поставь. О, кажется, он за себя, иди копай. Саджу, там же. На руки обмен Йор. А, Йор. Да, Йор. Где Вэллиант? Где Вэллиант? Еще мне нужно это... Чем ты копаешь? Мы их порол труду. Копает стоит. Вредина. Беспредельщики, короче. Кошмар. Короче, это босса не бьете. Никто. Апулов нету. Не бейте секунд 20, не знаю. Давай клык. Клык. Кинжал. Кто-то на себя метку поставить, это кто в РДД будет стоять, мордаун или кто, или водикон, то от черной ракеты будет отбегать. Дайте Войду еще потом истерию, чтобы он бил больно. Что тут надо делать? Ничего, просто постой под боссом. Пока 20 секунд не бей. Убивать. Лупить жирного. Долби. Надо будет сбивать каст огненный, не пропустите, иначе его будет. Вот этот каст надо сбивать. Опа, полетели. А я вижу, он тоже прист, да? Трол Д, стопай, но... лутай, стопай. Вихторка, стопай. Остальные можете бить. РДД, вы стакнитесь. А что у нас саранит какой-то? Бегайте от черной хуйни, которая летит. Ёбана. Они не ставят просто. А вы уже что, типа стоять можно? А Геру запустили, что ли? Ну, постояли. Нет, какая Гера? Просто в лужу постояли и все. Ты сдохли. В лужу полутали. Ладно, давайте диван. Все-таки объясни, что делать, да? Да нет, просто босса надо бить и все. Просто лужа под миликов залетела, шарик, пар, его разбили. Что ты про лужу не сказал? Ну я сам не знал, что там так много дамажит. По 20 нормально, тысяч. Сильно много. Она, я тебе так скажу, она стакает. Сначала там... Да-да-да, она усиливается, да, точно. Она меняет хп на ману, как локовская. Да-да-да. Просто ее не заметили, потом сдохли.
старайтесь, когда саранит подходит, короче, к боссу, старайтесь не его ешать. Да я просто отведу в другой раз, да и все. Почему этот босс не может шотнуть всех нахуй? Он такой тормоз. Это пиздец. Какой бич на боссе. Смотри, бегает как пиздец, какой-то Годзилла. Войд в диван не помещается. Да, жопа торчит нахуй. Это о чем говорит? Это говорит о том. О том, что шерсть это шерсть, нахуй, нихуя не знаю. Это говорит о том, что сидячая работа у него. Так и записывай. Ну, а может мы ранжируем одним компом, типа, держаться? Потому что, ну... А я ебу, каким вы компом держитесь? Вон на водиконе череп? А, нет, это просто так, да? А можно джифса? Типа, вот, вот тебе череп, у тебя нахуя? Вот тебе звездочка. Вам надо выходить, когда у вас копье летит, а потом заходить в него. А сейчас я лицом на вас поверну, посмотрю, что вы будете делать. Если, если Мелизону залетит, то там, ну, увижу, не увижу, не знаю, скажете. Если что, отведу просто служу босса и все. Че, куда тело покинули, челика? О, спасибо. Точно, Самин. Писал Синтеку в Диссе, морозится, блядь. В смысле морозится? Клин же отвечает? Ну, да, не отвечает. Пиздец. Может, конечно, не за компом, фу. Дайте кулак, пожалуйста. Кружку одел, короче. И на голейнике нахила. Когда этот подходит, короче, как он, сранитовый светлячок, или как он там называется, старайтесь с него ешать сразу, а то у него хп мало, сразу умрет. Да он умрет в любом случае, там АОЕ до хуя, судя по сферам на келе. Тут Тилара нету, а, все. Не, я тут, я всегда тут. Звезду стакните, РДД, не бейте сейчас. Сейчас не надо бить, мана тут не восстанавливается. Каст. Не, не, там остались, не бегите, просто там остались и все. Чего тихо уже? Копье. Там еще будет метка крестика, метка безликого. Крестик будет над головой вешаться. Это надо будет отойти от людей на 20 метров далеко. А где эти саранитовые пары? Как их понять? Вон они, увидим. Видишь, разбились, одна уже лужа есть. Зеленая такая лужа? Да. Понял. Ну, они со временем спавнятся, там раз в 30 секунд или раз в 40. Да просто в прошлый раз умер в ней. Ну, в ней увеличивается урон, усиливается дотка. Сначала по 1000, потом по 2, потом по 5, потом по 10, дохуя, короче. Да, там x2. Меняется хп на ману. Ну, восстанавливает ману, но забирает хп. На актуале, когда били, у них ману восстанавливали. А без них это хм. Ну, по времени, когда 5 их, не помню сколько, или 5 или 6 собирались. От крестика убежали все, от крестика все убежали. И похеру всем. Ну, я сам убежал. Так-то, если в рейде стоять с этой хуйней, и рейд сдохнет, еще и босс отхилится на фул. Так что надо осторожно. Вон саранитовый пару, видишь? Угу, ну, желтенький. Ну, полоска у него желтенькая, типа. Да, у него 30 тысяч всего лишь. Может с одной плюхи упасть. Нихуя. Каст. Так, ну чё, ставим на завтра йога с Алгалоном, то поздно уже. Ладно. Хоть один осколок упал? Два упало. Два, по-моему. Целых два.
манускрипт. О, нифига манускрипт, нахуй, прикольно. Шапку ройте. Это что, щит? Там еще другая шапка на была. На танка. Щит небес. О, нормальная гера. Это на блокера, короче. Чисто напала ее голова с рогами. Так, на кого? 1200. А чё ж на плечи? Я линкнул, видишь? Микрош. Рарник? Или Мардрак? Нет, Йор. А чё, не скажешь, как разлёшь с ладами? Это просто шматок до хуя. Да, сейчас тапки рульте. Ну завтра, короче, чё, этих ещё. Где? У тебя найти? Чего мы на лайк? Кого пойдём, соляру плюс робота, да, травить? Угу.